بسم الله الحمد لله الله المستعان. Давайте начнем заново. Да, коммунальщики, видимо, сторонники Аудра или не Аудра. Аллах аль-мустаан. Какие же настырные люди. В общем, что я говорил, я уже много чего сказал. Давайте я быстренько сейчас повторюсь вкратце, чтобы время сэкономить. У нас скоро тоже Магриб, иншаллах. В общем, вы не найдете, чтобы кто-то из Салиф-у-Салих трогал тему Аудра, кроме как, если это будет в разделе Ас-Сифат, как это пришло у Аш-Шафии, как это передал Ибн Аби Хатим Ар-Рази от Юнаса Ибн Аля, от Аш-Шафии, что он говорил, Удр есть тому, кто сделал Та'уиль, но это было в разделе что? Сифат. А в разделе Сифат Удр есть, потому что эти, как он сказал, что эти вещи не постигаются умом и разумом, опытом. Также подобное говорил Ат-Табари в Табсир фи Маалимиддин, тоже говорил о Удре, что Удр есть, если был Та'уиль в разделе Сифат. То есть все это Сифат. Мы не говорим сейчас о Аль-Улухия. Потом после них тоже ученые говорили, поднимали темы Удра, и эти темы были в книгах по фикху, но если речь заходила о Аль-Джухуд, то есть джухудуль-хокум или джухудуль-фарила, то есть отрицание какого-то фарда, отрицание намаза, отрицание заката, то там ученые говорили о аль-удр биль-джахль, как это говорил и аль-Куртуби, и аль-Багави, ибн Кудама, аль-Заркаши, они говорили об этом. Но вы нигде не найдете темы удра в той форме, в которой сегодня, или которую поднимал Шейхуль-Ислам и те, кто после них, особенно неждийцы, вы не найдете нигде об этом среди Салафу-Салих. Поэтому спрашивать меня, а почему ты не привел слова Салафу-Салих, это говорит о невежестве, братья мои. Это говорит о незнании братьев этих вопросов. Братья не знают этих тонкостей. Да? Я хотел вам показать 4 такие работы. Вот есть такая работа. Наверное, видно, да, вроде? Тахкику мадхаби шейха аль-Ислам ибн Таймия фи мас'алати аль-удр биль-джахль ва такфир аль-муайн. То есть автор Абдур-Рахман ибн Хасан ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. То есть тот самый, который Фатхуль-Маджид, да? Абдур-Рахман ибн Хасан. Он в этой маленькой своей рисале рассказывает, на чем был шейх аль-Ислам ибн Таймия в вопросе аль-удр биль-джахль. И он еще говорит, выносил ли шейх аль-Ислам такфир муайян. Вот целая рисала есть у шейха Абдур-Рахман ибн Хасана. Я уже вам говорил об этой работе. Это «Аль-джахлю бимасаил аль-ихтикад ва хукмуху» шейх Абдур-Разак ибн Тахир и «Такдим» или «Такрид» шейх Абдур-Рахман ибн Наср аль-Баррак. Я считаю, это отличная работа. Хорошо он ее рассортировал. Аль-Мабхасу Ас-Салису хукму такфир аль-Муайян, да? Здесь сразу же он, вот допустим, в этом разделе, сейчас она там не будет видно, скорее всего. Я считаю, он здесь, маша-Аллах, этот шейх, вопрос просто разобрал. Не оставив сомнений. Еще более подробно, чем вот это шейх Мидхат ибн Хасан, который одобрил Аль-Гунейман, Ас-Саад и ибн Джибрин. Еще более подробная вот эта работа. Еще
Еще о такфире. Вот. Еще о такфире вот здесь. Давабиту такфир. Шейх Абдалла Аль-Карани. И ее одобрил большой аллама шейх Сафр Аль-Хавали. Эти вот очень. Я даже считаю, что прежде чем все это читать, лучше вот это вот нормально изучить, а потом можно вот сюда погружаться. Потому что это вот эти темы, разветвление вот этой основной темы. Вот эти, если вы три этих работы, эти три работы, если вы хорошо изучите, вы, иншаллах, будете считаться специалистом в этой работе. Мастер, иншаллах. Теперь о теме. Мы сказали, что Салиф Салих эти темы не затрагивали именно вот в этой вот в такой форме, которая известна вам сейчас, да? Не поднимались, то есть вот с такими тафасилями, с такими подробностями она не поднималась. И те ученые, которые пришли после них, которые подняли все-таки тему Аль-Удр Биль-Джахль, они подняли, я сказал, в двух случаях. Либо это был насчет отрицания ахкам, то есть вопрос джухуда или вопрос аль-истихляля, да? Истихляль. Либо это было в сифат. Либо в сифат. И удивительно, все они говорили о... что Удр есть. Огромное количество ученых говорили, что Удр есть. Но потом они же говорят, но если он жил среди мусульман, то есть, если он жил среди мусульман, где есть доступ к знаниям, но он не узнал, то его незнание стало последствием его халатности. А халатность не оправдывается. Халатность не... Поэтому Удра здесь нету. Я считаю, вот это вот золотая середина. И это то, что мы исповедуем, иншаллах. Это то, на чем шейх Аль-Лама, шейх Ар-Раджих, я же вам показывал, помните, на видео там я показываю. Вот он на этом же Аль-Лама Аль-Худейр, на этом же Насар Аль-Акль, на этом гора ученых. Но если вопрос касается именно поклонения Аллаху, то есть взывания, да, вот как делают суфии, да, и о Саид Афанди, там, или о Хасан Афанди, или там, кто, ну, их вот эти авторитетные личности, да, их святые моща. Они взывают к ним и говорят о такой-то, о там, шейх, о такой-то, помоги нам через сират перейти, помоги нам мункар и накиру ответить, помоги нам судный день, то вот такой является мушриком, и оправдание вот такому мушрику быть никак не может ни со стороны шара, ни со стороны яни, ля аклан, валя наклан, валя урфан. Потому что этот шир, который он делает, это вещь ма'лум мин ад-дин бид-дарура, то, что есть в фитре. И здесь он пошел против своей фитры. Это раз. То есть душа сама не позволяет такое сделать. Он настолько совратил свою душу, что позволил себе вот это. Второе. Они живут в эпоху, где есть доступ, к переводам, к книгам, к оригиналам. Книги, машалла, издают. Авиалинии есть, то есть доступ, вся страна, вся эта земля, вся эта планета стала одной страной, стала каким-то одним городом, да, все так доступно. И в цифровом мире, и в печатном мире все есть. И учитывая вот это, сложно здесь говорить о Удре. Сложно говорить здесь о Удре, вот каком именно Удре я сказал. И... да, некоторые неджидские гиганты, некоторые неджидские авторитетные ученые, их меньшинство, да, из них, допустим, Абдалла,
он оправдывал, допустим, некоторых, да, ахлю, скажем так, и они даже не тасау, а суфия, гулят, он нашел, допустим, удар, нашел удар вот аль-хайтами. Другие улема, подавляющее большинство неждийцев, другого мнения. Хиляф есть, да, но был ли хиляф в самом аль-манат, то есть в источнике вот этого хукма? Нет, не было хиляфа и нету хиляфа. Даже те ученые, которые говорили, что Йо'адар биль-джахль, как, допустим, Ибн аль-Усаймин, он же пояснял, что если же он жил среди мусульман, где была возможность узнать знания, узнать о тавхиде, узнать тафасили, спросить алима, спросить у ученого, да, и он при этом оставался в этом, هو أقام الحج على يعني على نفسه بنفسه. Он сам над собой ходжу установил. Он сам над собой ходжу установил. Потом, что я еще, что еще хочу вот затронуть и приковать ваше внимание к этому. Когда мне говорят, брат, почему ты не упомянул Саляфу Саля? Почему ты не упомянул ранних ученых? Когда у меня спрашивают ранних ученых, я смотрю, кто это спрашивает. Если это какой-то уважаемый брат, иншаллах, искренний брат, который боится Аллаха джалля ва аля, то ему надо объяснить, надо растолковать. Но если это объясняет какой-то ноунейм, скорее всего, это лицемер, либо джахиль. Вот. Или он не знает, или он мунафик. Почему мунафик? Потому что, когда я разбирал вопрос ангелов, помните, обращение к присутствующим ангелам, я привел, как и сподвижников, Аль-Аимма, Мучтахидов, Мухаддитов, Фукаха, Муфассирун, да, Хуффат, Недждийцев. Что они мне чем они мне возразили? Что они мне привели в ответ? Вот они мне привели в ответ некоторых современных ученых. Я привел Афар, Хадид, Ахмада, там, ну, разных. Они привели мне некоторых современных, которые не разобрались в этом вопросе. И когда им сказали, братья мои, ну здесь же имамы, а что вы этих современных, что они сказали? Но эти же современные лучше понимают. Эти современные, говорят, лучше понимают тех ранних. А теперь, когда я привел современных в вопросе Аудра, мне что говорят? Брат, а где ранние ученые? Ранние где? Ты их не упомянул, брат? И здесь волшебное слово, что современные лучше понимали поздних, куда-то растворяется, куда-то оно испаряется, исчезает. Понимаете, как все по стандарту у них. Если бы ты пришел с мас'алей, которая угодна, которая отвечает их требованиям, которая отвечает их страстям, которая удовлетворяет их эго, здесь не важно уже, кто привел, ранний или современный, не важно. Как только ты приводишь какую-то мас'алю, какую-то кадыю, которая не соответствует страстям, их желаниям, их божеству, что мы слышим? А где ранние ученые? Я обращаюсь к поклоняющимся своим страстям, которые взяли свои, как Аллах сказал, афараайта аллади тахада
иляхаху хава. Видел ли тех, которые взяли свои страсти божествами? Вот я обращаюсь. В теме про ангелов я же привел ранних ученых. Я же привел... Сколько времени сейчас? Хорошо. Понял, меньше. Я же привел ранних ученых. Куда вы все делись? Ну, куда вы все растворились? Ну, вот же Ахмада привел, этого привел, Афар привел, хадиты привел, три хадита привел. Аль-Бахаки, Табарани, гиганты. Вот же, нет. Они мне привели в ответ, знаете кого? Они мне в ответ привели Салиха Аль-Фаузана. Теперь я привожу Аль-Фаузана в другом вопросе, они говорят, нет, ты нам покажи салев, что говорили. Братья мои, не нужно отвечать их страстям. И прошу вас, не нужно мне говорить, брат, они все равно современных не слушают. Поэтому лучше приводи тех, кого они слушают. Неужели вы думаете, что я загружаю ролики для них, чтобы они были довольны? Валлахи, я это делаю для вас, братья мои. Чтобы вы увидели, какая позиция у Ахли Сунны валь Джамаа в данном вопросе. Что они думают по данному вопросу? Что думают эти сектанты, поклоняющиеся своим страстям? Вот ни вам не интересно, ни мне не интересно. Вальхамдля, давайте вот на этом договоримся. Не будем отвечать их страстям. Не будем идти у них на поводу. Не будем играть по их правилам. Не так ли? Когда Шейхуль-Ислам делал рад на Насара, Асарим Аль-Маслюль, Аль-Шатимир-Расуль, он что, цитировал что-то из Нового Завета, что ли? Аль-Адуль-Кадим, что говорил там Ботрос, или Маркус, или Йоханна? Нет, он привел то, что говорит наш Аль-Аимма. Или когда... Когда, например, Ад-Дарими делал рад на Аль-Муриси, что Ад-Дарими приводил слова шейха Муриси или его источники, Ад-Дарими говорил «хаддафана» и приводил иснады. Или когда, допустим, Ибн Кайм написал «Ичтима'у аль-джиюш аль-исламия фи л-газуи аля аль-джахми валь-муадаты валь-джахмия». Вы видели там, чтобы он цитировал источники калям? Я эту книгу от А до Я прочитал. Это моя самая любимая книга. Ну, одна из любимых книг для меня, да? Это или «Улю Азахаби», или там, допустим, «Китабу Л'Аш». Ну, вот такие вот книги. Никто из них этого не делает. Почему это они не опровергали этих джамитов, муахтазилитов, по трудам муахтазилитов? К тому же, были же написаны труды этих ученых? Нет, потому что они... Знали, какая файда вообще ссылаться на их источники. Потому что они книги писали не для джахмитов, не для Мухтазиля, не для Аль-Ашаира. Они писали для нас с вами, чтобы спустя 700 лет после их смерти, такой как я, такой как ты, брат, находили, покупали, приобретали эти книги, изучали их и по ним жили. Эту же тарику... Стараюсь воплотить я. Поэтому ответ вот такой банально простой. Не нужно потакать их страстям. Да, я признаю, иногда надо сектанту, чтобы сделать рад, показать нечто подобное в их литературе, чтобы сломать их двойной стандарт. Но, во-первых, это же не основа, это исключение. Так делается иногда, да? Делается иногда. Основа то, как я вот сейчас вам сказал. Так же и я. Я записываю видео, показываю авторитетные источники, показываю признанных ученых, больших ученых. Я же не привел кого попало, не там всяких там непонятных докторов, там молодых там студентов. Нет, я привел больших ученых. Ибн аль-Усаймин, Насир аль-Акль, Абдул-Крим аль-Худейр, Салих аль-Муслих, Мухаммад Исмаил аль-Мукаддам. Кто там еще был, в общем? И это большие ученые уже в возрасте, альхамдулилля, известные всему исламскому миру.
Почему не сделали такфир аль-хайтами, источник проблемы в том вопросе, это труды не из ученых? Вот Абдулла, к примеру, Неджиди, он оправдал аль-хайтами. Вот у меня есть там Дур-Рассани, первый том. Другие жестко о нем высказывались. Ибн Сахман, к примеру, очень жестко. И заслуженно жестко. И почему мусульмане так озабочены этим вопросом? Потому что шайтан не хочет, чтобы эта умма, вот молодежь особенно, развивалась. Шейх Мухаммад Исма Аль-Мукаддам, шейх Аль-Худейр в том числе, шейх Насир Аль-Умар, Шархна Ат-Тадмурия, они говорят, и также шейх Салих Ас-Сухайми, также много из ученых больших, авторитетных, они говорят, нету пользы от этой темы, в этой теме, нету пользы в этой теме для студентов, нету хайра в этой теме. Ты для себя основы этого вопроса изучил, ты для себя понял, да, скажем так, суру, да, у тебя получилось какое-то представление этого вопроса, все, на этом тема должна быть закрыта на самом деле. Читал ли ты «И'лам аль-муаккиин»? Ну, я читаю, изучаю ее. Ну, как, к ней возвращаюсь. Эта книга, машалла, это... Там и усуль, и каваид, и макасид, и адаб, и... Это машалла, эта книга. И также дело обстоит. Сейчас время дуа. Аллахумма инна на'уду бика ан нушрика бика ва нахну на'ламу ва настагфирука лима ла на'ламу. Аллахумма инна на'уду бика ан нушрика бика ва нахну на'ламу ва настагфирука лима ла на'ламу. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ва анфа'на бима аллямтана. Аллахумма нас'алука илман нафи'а. Хотя бы что успел дуа сделать. Сегодня джума же. В это время дуа Аллах принимает. Ну, вот этот час. Поэтому еще раз, братья мои, вот эту книгу вы должны читать. Давабиту такфир. Давабиту такфир. Это работа, докторская работа, шейх доктор Абдулла ибн Мухаммад Аль-Карани. И такдим сделал шейх Кабир Джалил Сафар Аль-Хавали. Вот. Ну, Дар Аль-Асфар, вы поняли, да? Хат очень понятный, Маша, четкий, бумага приятная, в Аллахе. А уже для углубления. Там еще, конечно, есть такие вопросы. Ну, такие маленькие рисали, да? Ну, они маленькие. Ну, и там-то есть, альхамдуля, файда. Ну, есть, сначала. Например, Раджихи. Фатава ибн Усамина есть. Есть там работа, альхамдуля.
Что еще можно на данную тему сказать? Тема Одра. Ученые еще разделяют между хокмом в Дуне и Вахера. Еще ученые разделяют между такфир муайян и применение, яни аль-хокм бит, яни аль-хокм биль-куфр ва татбику аль-ахкам натиджа мин аль-куфр или мин такфир муайян, скажем. То есть если уж даже ему такфир айнен выносят, то вот эти ахкамы, как адава, как, ну, допустим, забиха его, никах, например, там, и все, что, аль-вилая, да, вилая, там, аль-вилая, валь-валая, да, вот часть из них применяют, а часть из них после икамат аль-худжа, как говорит шейх Салли аля шейх. Это тоже вы должны знать. Что еще можно сюда добавить? Еще ученые разделяют аль-удр биль-джахль. У некоторых ученых, даже я бы сказал не у некоторых, а у многих, зависит от аль-маудиа, от места, где он живет. То есть некоторые ученые место учитывают. Да, учитывают. Салли аль-муслих, ой, Хальд аль-муслих, Раджихи, Наср аль-Акль, они учитывают. Ибн аль-Утеймин, Ибн Джибрин. Другие не учитывают. Аль-Фаузан, Салли аль-Шейх, Ибн Бас, Мухаммад ибн Ибрахим и другие ученые. Они не учитывают. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб тоже учитывает. Потом, другие говорят, важно, чтобы была сама рисаля. Без разъяснения. Фахму аль-худжа. Одни ученые говорят, что фахму аль-худжа шарт филь икама. Другие говорят, нет, не шарт филь икама. Допустим, шейх Салих считает, что не шарт. Шейх Мухаммад ибн Салих говорит, что нет, шарт. Вот эти все хиляфаты, все эти тонкости, все эти высказывания, все это является вопрос фикха. Это фуруа. Это все аль-фуруа. Именно об этом и говорил Ибн аль-Утаймин, что это фуруа. И шейх Мухаммад ибн Исмаил аль-Мукаддам, и другие ученые. Все это аль-фуруа. Ибн аль-Тамаккун мин аль-Маарифа. Я же говорю, аль-Тамаккун мин аль-Маарифа это у всех ученых. Даже у тех, кто удр видел. Потом, сам тамаккун, вот это тамаккун, вот это кудра, да? Вот это итаха, идрак. У нее есть худуды или нету? Когда тамаккун, тамаккун хакики, а когда там тоже есть тафасы или подробности? Поэтому... Как ни крутите, хиляф есть. Единственное, что я скажу, еще раз скажу. Я придерживаюсь позиции шейха Салиха, шейха Салиха аль-Шейха, шейха Салиха аль-Фаузана, шейха... И склоняюсь еще даже скажу более точно, склоняюсь к тому, что говорит шейх Наср аль-Акль, что там есть ат-тафсиль. Тафсииль. Но в основе сегодня я считаю, что одра быть не может никак. В основе
Я считаю, что одра быть не может никак, потому что сегодня, альхамдулилля, доступ есть к информации. Вот, например, в Дагестане, человек, который говорит о там шейх, о такой-то, в Дагестане, где-нибудь в глуши. О, шейх, помоги мне пройти через мост Сират. Где-нибудь в горах там. Ему есть одр? Ответ, ему одра быть не может. Почему? Он же мог узнать, он же мог выйти, голову высунуть на этот мир. Он же мог зайти, поинтересоваться, спросить, есть же связи, интернет. Мог же? Мог. Выходит, что его невежество, это, вернее, его незнание. Это результат его халатности. А халатность никогда не оправдывалась. Ты не видишь явного куфра у... Я советую тебе начать требовать знания. С этой маленькой книжки. Тридцать одна страница. Дорогой, вот 31 страница. Вот, очень просто. Самые начальные азы. Вот, пожалуйста. Мухаммад Джамиль Зину. Вот с ним вот начни, брат, требовать знаний. А потом поговорим о Эрдогане. С чего посоветуешь требовать знания арабского языка? Ну, брат, арабский язык, он не начинается с книг. Арабский язык, его нужно брать с устазами. Берешь, поступаешь в Маркас и проходишь обучение в Маркасе, иншаллах. Подари, говорит, мне его. Ну, брат, бисмиллях. Ты же здесь рядом живешь. Брат, эти люди даже арабского не знают. О чем ты, ахи? Ну, я понимаю, брат, я же хочу им благо, брат, чтобы они все-таки, как-никак, они любят же Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому какой-то хайр можно у них все-таки зародить. Хотя, о чем это я говорю? Ответь Абдул-Халиму. Абдул-Халим у нас давно в нашей выжималке. Сейчас просто я готовлю одну большую работу. Там уже 200 книг, иншалла. Насчет вот этого Муса, как его фамилия, не знаю, не помню. Там, иншалла, будет. У меня был с Даудом диспут. У меня не был с ним диспут. Мы просто общались на тему. Там разные были. Это бас не было. Просто меня в гости позвали, его тоже позвали, и все. Абу Мухаммада, не знаю. Имамы Казахстана говорят вещи, которые даже Абдул-Карим, Абдул-Халим не приводит. Но я же, брат, не знаю казахский. С Абраром я его жду, где он там. Где он ходит. Я же сделал объявление. Я же то, что от меня требуется, я же сделал их. Когда будет видео про Шамиля, брат? Какого Шамиля? Имам Шамиль, наверное, или как он говорит? Время одинаково любить нескольких жен. Правда ли, что Мустафа Аль-Адави порицал Мухаммада значит, Удра? Не порицал, а выразил несогласие. И не до него это сделал Чехал Аль-Бани. Это нормальное явление. Это ученые. Ой-яй, брат. Посредством пророка просить ширк или беда?
Бидат, тяжело сказать, это, ну, это ошибка, это неправильно, потому что были некоторые мучтаиды, которые это дозволяли. А, Аляутдинова, триллионер. А какое в этом видео? Я же ему предложил спокойный этот, спокойный диспут. Не знаю, пока от него нету ни ответа, ни привета, да и вряд ли будет. Делая чаще такие эфиры. Я, вроде, не знаю вообще, уместно здесь делать эти эфиры или нет. Вы же знаете, что я делаю эфиры у себя на канале. А вот здесь эфиры насколько еще актуальны после запрета Телеграма? Я не знаю. Аллаху алям. Насколько это актуально будет? Насколько это требовательно? Здесь, вот на этой, я имею в виду, площадке. Насчет шейха Мухаммада, большинство ученых считают, что он удр давал. Другие считают, что не давал. Аллаху алям, с кем правда, но я вижу, что он, скорее всего, давал вот одной группе и не давал другой группе. Не давал тем, кто жил среди мусульман. Давал тем, кто не дан в исламе. Абрар сказал, что я дал заднюю. Вот сейчас передать ему мои слова, да? Абрар, ну мага тухмат хлебса. Вот я здесь, давай договоримся, будем говорить с тобой на вот языке нашем родном, нашем общем, да, аль-арабия. И все. Где вы видели, чтобы Абу Усман когда-то, где-то, вот такой вопрос вам всем. Только без лишнего, без похвалы, я просто хочу, вот, чтобы вы дали оценку со стороны, трезвую оценку со стороны. Где вы видели, чтобы я, Абу Усман, где-то от кого-то дал заднюю? Вот один случай, ну, тут, наверное, есть кто меня мало знает, вот те, кто меня знает давно. Где такое было, чтобы Абу Усман давал заднюю? Если... Я, допустим, был неправ, я могу это признать, и есть у меня ролики, есть у меня паблики, где я говорю, что там я ошибся. Но чтобы я там... Вы этого никогда не найдете. А если вы имеете в виду, что я отказал кому-то в бахсе, какому-то джахилю, ну, опять же, братья, я же не знаю, кто там пишет мне этот самый, каждый с каждого принимать, я говорю, что есть какой-то... Официальное лицо предлагает, я согласен, а все остальные меня не интересуют. Что будет еще раз? Абрар не может с тобой поговорить. Ой, что я нажал? Абрар не может с тобой говорить? В смысле не может говорить? Стесняется, что ли, или что? Или что? Или он не может меня... Почему не можешь говорить? Но если он говорит, что я дал задний, тогда он слаб. Но если слаб, тогда зачем говорить, что я дал задний? Ну хорошо, арабский давайте уберем. Ну можно на русском, давайте когда-то будем на русском. Пусть он себе возьмет переводчика. Что, брат? Ихва, это фитна, братья мои. Почему Яхья так токсичен к тебе? Какой Яхья? Яхья какой, братья мои? Русский тоже не знает. Тогда как будет? Я же не знаю уже, что это. Я не знаю, допустим, узбекский язык. Что здесь? Обзор моих книг, братья, у меня книг много, я не знаю, как обзор делать. Я, наверное, возьму науки, допустим, науки хадис, вот такие книги есть. Наука мусталах, вот такие книги есть. Там история, вот такие книги есть. Так еще можно.
Правда, что Аллахави поклялся, что ученик Ислама слышал об этом у одного? Что? Ах, это правда, что Аллахави поклялся за то, что был... покаялся. А, покаялся. Не знаю, видно, нет? Вот это все, вот это вот 30 томов вот здесь, вот. Еще вон там сверху. Все это книги Аллахави. А, еще вот здесь тоже. Видно, да? Вот здесь. Где только идет упоминание Ибн Таймия, Аллахави пишет о нем похвалу, просто изливая всю книгу чернилой у Ибн Таймии. Камера отличная. Братья, если вы знали, сколько она стоит. Братья, я что-то здесь не понимаю. Как тут этот листать? А, все, пошло. Второй азан джума'а бид'а. Второй аль-азан джума'а бид'а сложно, потому что это же все-таки хулафа ар-рашидин. Но некоторые саляфу салих назвали бид'а. То есть ошибкой. У меня есть об этом на сайте. В вопросе более авторитетный неджидийский. Современные ученые, ученики этих неджидийцев, и они лучше всех понимали их. Тот же Ибн Бас, он ученик их. Тот же Ибн Усаймин, тот же Ибн Касим, тот же Ибн Сахман. Они все их ученики. Они все их ученики. Иха, здесь такая камера, и там такой вопросик. Это что значит? Ну-ка. А, это приглашение, да? Опять с Курбаном. Ихва, я не знаю насчет Курбана. Я же дал ему предложение. Вот еще раз сделаю ему предложение. Вы, братья, начала это вырезайте и ему отправляйте. Если ты, Курбан, согласен вести диспут на тему Вилаят Али в Коране, сначала в Коране, если не находим, то идем к Сунне. Это же предложение я тебе сделал 2015 года. Ты аккуратненько дал дёру. Принимаешь ты конце хотя бы спустя 7 лет. Если ты примешь, альхамдулилля. Нет, пожалуйста, не беспокой меня своими этими дешевыми вызовами. Язид ибн Суфиан, ваше мнение о нем? Ну, что сказать? Мы не хвалим. А как добавить за эфир? Вот здесь, да? Я открыл, там Абу Ханифа какой-то. Там здесь нету близких убеждений. К тому же у нас осталось, братья, немного времени. Потому что был азан. Давайте еще немного, иншалла. Еще немного, братья. Примерно сколько книг вы прочитали? Ответьте, пожалуйста, пусть это будет мотивация для нас. Братья, вот этот вопрос много мне, честно говоря, задают. Сколько ты прочитал? Если честно, братья мои, я не веду счет. Я могу, допустим, открыть главу такую-то, такую-то в одной книге. Потом в этот же день я открою главу такую-то, такую-то в другой книге. Потом открою тафсир вот такой-то суры и выпишу оттуда фавиды там, с ат-Табари. Потом могу открыть риджаль, там, допустим, китабы фикат или там дуафа, взять там бахс по такому-то раджилю. Потом могу отрывок из, допустим, из там, я не знаю, аль-манакиб или там табакат аль-ханабили, или там открыть. У меня как бы оно вот так идет. То есть, потом могу открыть, например, тафату ахвади или шарх, или ат-тамхид ибн Абдельбарра. Вот так у меня бывает. Могу открыть Адкары, могу открыть Шахн Адкары, Муата Малика, Джами Аль-Улум могу открыть, Ибн Казира открыть, там, взять какие-то главы.
и веду себе мудакират, допустим, на листочке, да? Допустим, если там есть важные хадисы, его нужно учить. Я бываю на своей доске там расписываю, делаю, вот допустим, вот что я выписываю, вот сюда выписал, потом здесь выписал, сюда выписал, хожу там по делам, допустим, надо поехать в посольство или поехать там, не знаю, куда-нибудь, например, паспортный стол, да куда угодно, в общем, беру с собой, по дороге учу, потом сюда выписал, потом я их вот таким этим вот креплю, ну вот, видите, вот, это стопка, это одна тема, потом вот здесь, например, у меня насчет куфр тех, кто отрицает улю, да, имена, все надо зубрить. Потом, здесь вопрос айна, то есть, да, вопрос айна-ла, какие и где источники, кто приводил, все, надо самое зубрить, и поэтому будет еще наготовиться материал. Потом, здесь, например, что у нас еще есть? Улю из фитры. Источники, да? То есть, это одна стопка. Вот таких у меня, вот такая вот, наверное, столько листов. Здесь, там, в общем, да? И вот так я, это самое, некоторые труды надо читать полностью, от корки, как, допустим, вот такие, например. Да? Или там еще есть, вон там. Поэтому, сколько читал, ну, много скажу, некрасиво так говорить нельзя, ну, мало скажу, не соответствует. Поэтому я скажу так, что чтение должно быть жизнью муслима. То есть чтение должно быть жизнью муслима. Муслим, даже не то чтобы муслима, вообще чтение, это должно быть даже твое хобби, потому что ничто не развивает так умственный потенциал, способность перебирать, способность сопоставлять, сравнивать, проводить анализы и так далее, как чтение. Как чтение, понимаете? Поэтому как-то вот так, братья мои, как-то вот так. Напиши мне в директ, я тебе отправлю довод. Это кому? Это мне? На что доводы? Доводы о чем? Чтобы мне доводы сказать. Не нужно скидывать. Вот так, посмотрите, вокруг. Это все доводы. Альвана, это же шейх. Как и другие шейхи. Я, конечно, не с теми, кто его чрезмерно превозносит, но он шейх из шейхов, как и другие шейхи. Не отличается от других машаях. Машаях Ахли Сунны, имею в виду. Они все разные, у кого-то больше фикха, у кого-то больше усуля, у кого-то больше аль-арабия, у кого-то больше хадис. Да, это ясное дело. Каждый чем-то отличается. Но они, альхамдулилля. Братья, у меня осталось 5 минут. Имейте в виду. А, вот, да, принять. Как здесь принять? Вот так? Не знаю. Братья, у меня мало времени. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. У меня, брат, пару вопросов. Первый этот связан с тем видео, где вы с Килем Мухаммад Килятлинский говорите, что узра, точнее в вопросе узра есть разногласия. Но там было обобщенное слово, но так понимаю, как остальные люди понимают, что это вопрос связан с истигасой причисляющегося к исламу, является ли он оправдан или нет. У меня по этому поводу вопрос, это Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, когда отвечал своим ученикам, ну, письмо отправлял, точнее, он отвечает на их шубху, то, что тоже связано с установлением худжи.
он в конечном итоге заключение такое сделал, что то, на чем вы, если вы, то есть из того, что он разъяснил, он сказал, если то, что я разъяснил, вы поняли, то знайте, что то, на чем вы, то есть то, на чем вы пребываете, это куфр. Как это тогда в этом случае понимать, если вы говорите, это вопрос хиляфа, и в этот же момент это называют вообще куфром? Эту рисалю я читал 2 года назад, когда делал рат на Рената. Если ты, брат, не видел наш ролик, у нас есть на Ютубе полное разоблачение, нет, как называется, да, полное разоблачение Рената. Там, иншаллах, я этот момент привожу и привожу к ней комментарий. Шейх Мухаммад, он разделял между, так скажу, ширкун джали и ширкун хафи, да? Смотрите, не все это разделяли. Но вот я сейчас говорю именно о нем. Вот он это разделял. И когда он поправлял своих последователей или сторонников своих, он в этих своих посланиях прямо указал, что так скажу, оправдание распространяется лишь на двух категорий людей. Хадиса Ахдин Биль Ислам и Сахабуль Бадия. Это он пишет, как вот у меня здесь есть здесь Дурасани. Те же ученые, которые говорили, что нет, он не видел, они изучили его фетвы, вот допустим, вот здесь. Вот здесь, и также еще, если не ошибаюсь, Абдурахман, по-моему, Аль-Махмуд, по-моему, он тоже, я могу ошибиться, но, скорее всего, надо проверить. Они говорят, что шейх Мухаммад, когда говорит о отсутствии узра, он говорит о тех, кто жил среди мусульман. А когда он говорит о узре, он говорит о тех, кто жил за пределами его призыва. То есть, ман лам таблугу дааватум шейх Мухаммад. То есть, если его даава дошло, он одра не видел. И это, на самом деле, то, чего мы и придем, это золотая середина. Хотя другие, кто читает труды шейха Мухаммада, из них наш устаз Аль-Мутайри, и также, кто больше него знанием, шейх Наср Аль-Акаль, или там еще есть, Ибн Рутеймин в том числе, они не считают так. Они говорят, нет, если вы не бить тамаун, если внимательно изучить труды шейха Мухаммада, как раз таки он и даже Ар-Раджихи, вот вспомнил, Ар-Раджихи, вот своей рисале Ас-Илятун ва Аджубатун фил Иман валь Куфр, или в этой рисале, или вот похоже другой, или Шарх на Табирул Ихтикад, по-моему, у него тот же шарх на Санаани. Он говорит, что шейх Мухаммад давал утр, и он привел и те самые известные слова шейха, что если я ида кунту ля кафириман ятуфу би кабри аль-бадави факайфа укафир ман хуму дунахум. И он эти слова привел, говорит, вот же из этих слов понимаете, что он видел утр. Поэтому, валлаху а'лям, как ученые отбирали высказывания шейха Мухаммада, но я его смотрел. Вот опять же, я говорю, вот здесь я еще раз советую, или другие места, где писали на эту тему, те, которые собрали все слова шейха Мухаммада, видно, что шейх Мухаммад одной группе аудар не давал, той группе, где его дава дошло до них. Даже если он не знал, но он там, где дава Мухаммада как бы присутствует, пусть он даже не знает, ля аудар. А если какие-то территории, куда дава, потому что та территория, вернее, та эпоха, то время считалось фатра. Раз это время считается фатра, то там булугуль худжа шарт. И поэтому, если дошел призыв, удра нету. Не дошел призыв, удр есть. Но сегодня невозможно, чтобы был какое-то государство или какой-то город Фатра,
или чтобы люди меняли фатра. Потому что сегодня призыв дошел во все уголки планеты, во все государства. Но у меня вопрос немного о другом был. Это вопрос, связанный не с позицией Мухаммада ибн Абдул-Вахаба по теме, является ли то есть оправданным человек непосредственно совершающий, а вопрос относительно того, который оправдывает. Он в этом письме обозначил их мнение как неверие. Нет, брат, надо же открыть и читать, и я не думаю, что ты передаешь дословно. Надо же мне открыть это листали, это послание, и прям дословно, то есть то, о чем ты можно говоришь, открыть. Это... А? Можно открыть, в принципе, можно, если, ну, конечно, тебе время позволяет. Я, иншалла, выложу на канал, я посмотрю дословно, и я очень, я на 99%, 99% могу дать, что речь не о том, о чем, брат, говоришь ты. И 1% оставляю как фактор человеческий, что какая-то путаница может быть. Можно открыть, я, иншалла, на канале выгружу. К тому же я начал обратно возобновлять эту инквизицию против тактористов. И я, скорее всего, об этом тоже там поговорю, иншалла. Или просто... Ну, опять же, брат, я же вот все-таки дал же вам ссылки на какие книги, где позиция шейха разобрана. Вот эти вот работы, если вы почитаете, и мое время сэкономите, и свое сэкономите. Две из этих работ читал, и помимо этих работ тоже читал, альхамдулилла. И тех ученых, точнее, и вот эту фатву как раз-таки, о которой я сейчас говорю и цитирую, ее приводили в качестве препятствия на такфир того, который оправдывает как раз. И поэтому я сомневаюсь, что я вообще неправильно ее привожу, потому что это сами ученые приводят в этом контексте. Если речь заходит о такфиру аль-адир, то эта тема даже не поднимается. Никто из авторитетных ученых не говорил о такфире адира. Тот же придерживается, тот же алим, вот как, допустим, Ибн Сафнан, да? Который придерживается вот. В принципе, мы тоже на этой позиции, да? Но он, у меня есть тоже, это тоже я бы, иншалла, зачитаю. И Хамад Али Мухаммад тоже зачитает. То есть у нас есть работа, просто видите, опять же, мы здесь вот этими, заняты этими джахмитами всякими, и это все пока ушло на второй план. Но это я вытащу, иншалла, это все у нас будет вытащено. Это мы все зачитаем, и я покажу, что никто из уляма не говорил ни о каком такфире авир. Если только этот авир, конечно же, если авир оправдывает мушрика, который мушрик биль иджма, то есть, допустим, который остановился, допустим, в такфире, например, христиан. Это проблема очень серьезная. Вот здесь, да, здесь уже, потому что если он здесь остановился, то тогда выходит он ставит под сомнение Куран и Сунну. Но мы говорим о тех, кто шахаду произнес, а потом ошибся. То есть вошел в ислам, потом допустил эти ошибки. Эти темы у нас будут, иншаллах, подробно разобраны. И второй вопрос, если можно, это связано с имамом Шафи и высказыванием. Мутей, который главное учение. Тут у нас комментарии, кажется, не выключены. Что, брат, что еще раз? С имамом Шафи высказыванием связанное второй вопрос. Это когда он объяснял вопрос оправдания по невежеству в вопросах атрибутов. Он объясняет, то есть оправдание тем, что эти вопросы не познаются ни аклом, ни фикрой, ни каким-либо там заключением и так далее. И в обратном понимании этих слов мы можем вывести правило такое, что то, что познается на самом деле разумом фитрой, в них нет, в этих вопросах нет оправдания или нет? Обязательно. И это наша худжа. Это одна из главных худж у нас, что делающий ширк, такой-то там заступить за меня там в судный день или прочее, или вот такой-то взывает там на расстоянии, да и не важно, куда же рядом, ну, опять там есть условия, то первым делом он идет против своей фитры. Вот как раз-таки об этом, если ты брат, сказал, что я читал. Если ты читал вот именно вот эту шейха Мидхата, вот, кстати, об этом он тоже здесь говорит. И он здесь приводит, еще в Украине приводит, и разных, что как раз-таки это и есть наша худжа. Потому что «Алесту би роббикум, калу баля».
Вот это худжа наша, это самая главная худжа, потому что они этим идут против фитры. Именно поэтому ученые не такфирили многих джахмитов, ну, я говорю, авам, авам, то есть. И тем более мутазиля, потому что эти вопросы, хакуль-Куран, вопросы кадра, вопросы вот эти тонкости, янзид, ам ля янзид, истакарра, ам истауля, эти вещи, яни, ля тудрак биль-укуль, ва ля афкар, ва ля тавахум. Вот здесь удр давали все ученые. Но я же сказал, что это тогда было, и это говорили о сифатах. Но вопрос истигат и аль-улюхия, я не нашел нигде, чтобы кто-то из тех ранних об этом говорили. Об этом начал говорить шейх Ислам Ибн Таймия. Потому что именно в его время это достигло своих кульминаций. И он восстал против этого. Ну, как бы так-то ученые говорили, там, допустим, там сказал слово Ар-Рази, там сказал слово Ибн Баттат. Так-то было местами. Но чтобы масштабно, конечно, шейх Ислам, и уже после него продолжили Аль-Макризи, или Ибн Кайм, и потом, ну, и другие улема потом взяли неджидицы, рассортировали. И вот поэтому мы ссылаемся на либо неджидских, последних особенно, или на учеников этих неджидицев, вот современные ученые. Именно поэтому мы ссылаемся на этих кибар, современных ученых. Известно же, что ашариты не признают возвышенность Аллаха над всеми творениями. Не все ашариты. Ашариты и ранние аль-ашари, они считаются мин ахлиль итбат. Поздние аль-ашари. А? Мы говорим о поздних. Я имею в виду о поздних. Вот, о тех, которые были во времена Ибн Таймии и после него. Мадраса Разия и вот это Джуайния, большинство из них, некоторые даже из них истолковали толкованием Муатазиля. Некоторые из них истолковали толкованием Тафуида. Некоторые из них истолковали толкованием Аль-Ашаира, Тауиль сделали. Некоторые из них принимали истива, но без Мумаса. Да, и на этот счет Айзуддин бин Абдиссалям своей Аль-Фатава Аль-Кубра пишет прямо, что даже Аль-Ашаира в вопросе истива, в вопросе яд разделились на многие группы в вопросе истива, и говорит, и ни одна из них не вынесла такфир другой. И мы не знаем ни одного случая, чтобы какой-то авторитетный, именно алим, с мнением которого считается... Секундочку. Сколько там время, субханаллах, мне уже надо идти. Сейчас, секундочку. Здесь не видно, сейчас, секундочку. Не понял. Еще раз. Забыл. Что сейчас говорил? Субханаллах. В общем... Ни один ученый не выносил из... Ни один авторитетный алим, мучтайд Ахли Сунна, признанный, не вынес другому мучтайду из Аль-Ашаира. Есть отдельные случаи, вот отдельные такие, например, то, что было с Абдул-Гани Аль-Макдиси, когда он приехал в Миср, вот Табакат, если отсюда видно, да, вот там, они, наверное, вот Табакате, он там, его там затакфили, там, яры, там, джахмиты, он их в ответ, вот это есть, например, или, например, вон там Аль-Харави тоже приводит некоторые случаи, ну, эти частные случаи, во-первых, неизвестно, что там за ашари. Может, это был реально, был, как говорится, чистый джахмит. Или какой-нибудь там реальный кафир, который реально такфир. То есть, это отдельные случаи. И там в основном неизвестные люди. То есть, кто сказал, как... Но я говорю, известный алим, вот Ибн Тайми, или Ибн Кайм, или Ибн Кафир. Вот известные улема, вы никогда не найдете такфира. Более того, Аль-Харави, Абу Исмаиль, Абдулла Аль-Харави, да, который Адамуль Калям. Знаешь, он у кого учился? Ну, кто его шейх? Потом Яхья бин Аммара. Аль-Байхаки. А ты знаешь, кто такой Аль-Байхаки? На чем был Аль-Байхаки? Да, не, на чем конкретно он был, в подробностях не знаю. В целом знаю то, что у него были некоторые отклонения. Справедливости ради, надо сказать, что Аль-Байхаки не отрицал, что Аллах на небе.
Однако он отрицал лавазимун нузуль, то есть то, что вытекает из нахождения на небе. Харака, танаккуль, да, ну эти вещи. Но это уже хоть и есть заблуждение, но это заблуждение фит-тафасиль, там, в подробностях. Но сам асль, основа, что Аллах фаукар айбад, аль-байхакир рахимахуллах не отрицал. Да, он делал некоторые уляты, особенно он часто любит ссылаться на Абу Сулейман Хамд аль-Хаттаби, который тоже делает местами тауиль, но, субханаллах, что интересно, и аль-Хаттаби, и аль-Байхаки, и аль-Бакиллани, даже ибн Фурак, который учитель аль-Байхаки, который учитель аль-Харави, все они мин ахлиль итбат. И именно поэтому... Тоже ибн Таймия, опять же, перечислял, что они признавали об этом. И именно поэтому... Ибн Кайим приводит их слова как худжа, что Аллах на небе. Да. Но вопрос признания возвышенности, является ли он условием имана или нет? Просто у меня вопрос возник со словом имама Дарми. Допустим, он обозначает в шарфе на хадис рабыни следующим образом. То есть, если бы она не веровала то, что Всевышний Аллах «Ин лям тумин би ана лафи сама», он говорит, если бы она не веровала то, что Всевышний Аллах на небесах «Лям такум минатан», она бы не была бы верующей. Отрицающий Аллаха на небе физически является кафиром биль иджма юкталь вайрум фи зубаля. Просто сегодняшние же ашариты так же и отрицают. Ни одного же нет, который физически признает. Есть. Нет, брат, не все, брат. Я имею много дел с аль-Ашаира. И многие из них, ты говоришь, наверное, скорее всего, у дагестанских, из них они для меня да. Не Ашаира. Они для меня занадик валь джахмия, валь муктазиля. Есть аль-Ашаир аль-Афавил, которые говорят, да, а я говорю, вот я просто с ними тоже имею дело. Они говорят, Аллаху кама каль, как он сказал. Но у него понимание отличается, вот это, как ты понимаешь истива. И он понимает, вот в этом... У них хиляв. И он говорит, я иду вот за салаф, они сказали, амир руха камаджат. Что мы ему скажем? Ничего не скажем. А те, которые говорят, что, вот, субханаллах, аз-захаби даже повторяет слова, ля фаук, валя харич, валя дахид, валя ямин, валя, фахази сифату л-адам. Вот так и говорит аз-захаби в книге аль-Улу. Вот так и в точности повторяя слова современных аль-Ашаира. А Азаби повторил слова того, кто был до него. Об этом тоже у меня будет, иншаллах. Год же я даже вам показал свою предстоящую работу. Абдул-Халим, это тебя тоже касается. Вот мои заметки. Здесь целый список ссылок, книг, имамов, салев, которые говорили, что кто сказал, что Аллах нету божества на небе, юстатабу фа илля юдрабу унуку. Вот это тоже у нас сначала будет. Это у нас будет. Инша Аллаху. Джазакаллаху хайран за предоставленную возможность вопросов. Все, брат, я Магриб еще не сделал. Я сейчас у нас уже Магриб был когда еще, поэтому я, с вашего позволения. Еще насиха сделаю братьям. Вопрос аль-Удр, братья мои, вопрос, который принес фитну, к сожалению. И ряды мусульман. У нас сколько врагов, правильно? У нас джахмиты, мутазиля, там еще исламофобы, разные движения. И если мы не объединимся, этот брат считает, что аль-Удр, да ради Бога, да, это считает, что нет, да ради Бога, какие проблемы? Вот смотрите. В Ляджна Аддайма и вокруг нее, там же большие ученые, да. Да не только там, да и здесь тоже. Но вы видели, вот я хочу вот вас всех спросить, хоть один случай, чтобы между этими улема была фитна? Вот какой-нибудь случай между там Ибн Джабрином, Ибн Базом, между Наср Аль-Акль, Ибн Уфамином, между Ибн Укля и там, вы не найдете ни одного случая. Вот, нету просто. Как им удалось сохранить это единство? Почему нам этого не удается? Братья, я извиняюсь, если комментарии, я на них не успеваю отвечать. У нас завтра будет, иншаллах, эфир в Телеграм. С
Алейкум ассалям, брат. Здесь как здесь, я не знаю, здесь сбросить? Ты, в общем, сам хорошо сбросишь, чтобы... Ага. Алейкум, брат. И у нас, иншалла, будут эфиры. Завтра, иншалла, будет эфир у нас. Поэтому приходите там спокойненько на Телеграм. Там пропускают и... И... Ибн Кайм, надеюсь, больше не придется мне это говорить. Что это? Все, ихван, на этом мы заканчиваем. Субхана каллаху ва бихамдик нашхаду алла илаха илля анта ва настагфируку ва натубу илейк. А, вот, да-да, Муса Багилова. О, что там? Сейчас я уйду, подожди. Сейчас, секунду. Сейчас вы, я не... В общем, сейчас камеру сейчас не могу так повернуть. В общем, вот здесь внизу две стопки, вот здесь, вот там внизу. Вот. Передайте нашим ребятам из Дагестана, иншаллах, будет скоро. Так, на этом закончим мы здесь.